Добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Казахстан Актау» программа «Денежный вопрос» в студии работает Камила Ахмеджа. Как показывает международный опыт, правильно построенная поддержка молодого предпринимательства в целом обеспечивает развитие регионального МСБ. Кстати, развитие регионального МСБ и вообще поддержка молодежного предпринимательства является приоритетом экономики любой страны, потому что от этого в дальнейшем зависит инвестиционная привлекательность этой страны. Кстати, в этом году Центр поддержки молодых предпринимателей в городе Актау отметил год своего существования, поэтому данную программу мы решили приурочить к этому прекрасному событию этих ребят, энтузиастов, которые во благо страны, во благо молодых предпринимателей делают свое дело и помогают студентам, помогают начинающим предпринимателям найти ту самую бизнес-идею, довести ее до конечного итога, до реализации своих проектов. В студии у меня Улжан Аблайханхадзе. Добро пожаловать. Это руководитель проекта Центра поддержки молодых предпринимателей. И мы ждем молодого предпринимателя Максима Иванова. К сожалению, он опаздывает, но мы надеемся, что в самое ближайшее время он присоединится к нашей беседе. Улжан, вас можно поздравить. Вам уже год. Я знаю, что у вас есть непременно успехи, о которых можно говорить действительно с долей восхищения. Не зря, когда я говорила о вашем центре, я сказала, что вы по-своему энтузиасты. Это ведь действительно так. По сути, вам не платят денег, да, больших, за то, что вы работаете каждый день, принимаете тех же студентов, начинающих предпринимателей. Я знаю, что у вас есть хорошие результаты уже. Да. Давайте начнем именно с этого, с хорошего. Давайте. У нас Центр поддержки молодых предпринимателей в рамках социального заказа по делам молодежной политики Мангистауской области открылся ровно год назад, в 2013 году, в месяце октября. И сейчас наш центр работает очень активно. Мы провели почти по всем районам тренинги, семинары. В прошлом году у нас было 305 молодых сельские местности, молодые, участвовали на нашем тренинге, семинаре на тему «Организация бизнеса в сельской местности». И в этом году у нас 134 молодых предпринимателей тоже участвовали в нашем тренинге, семинаре на теме «Начни свой бизнес». И в прошлом году мы еще провели конкурс «Ең үздік бизнес-бастамасы», в который молодые предприниматели, молодежи участвовали со своими бизнес-планами. И в нем победитель был Искендер, Сардарбек Искендер и еще Утегенова Багила. И они получили ценные призы, и сейчас они в поисках своих финансов. Инвесторов. Давайте на мероприятиях немножко позже мы акцентируем обязательно. Расскажите о цели создания, прежде всего, под данного центра и о том, чем вы все-таки занимаетесь ежедневно. Ну, основная цель центра – это оказать помощь молодежам, желающим, которые хотят открыть свой бизнес и проконсультировать по вопросам управления собственными финансами, как можно открыть или какие документы нужны, чтобы открыть, и откуда можно взять деньги, какие кредиты или гранты сейчас реализуются в нашем области. По всем вопросам у нас остаются ответы, и сидят консультанты и ответят им на все вопросы. Угу. То есть ваши консультанты в курсе всех продуктов финансовой и нефинансовой поддержки, которые сегодня государство обеспечивает для молодых предпринимателей? Да, они в курсе. А кто это консультанты? Абылдаева Айгуль Жакашевна уже второй год у нас консультант и работает. Бизнес-консультант. Ага. Нет, это бывшие предприниматели или это просто студенты? Кто нет, они? Она сейчас реализует свои проекты, и она тоже открыла свой бизнес в сфере там, игрушек. Она создает игрушки со своими руками. Отлично. Ну, то есть консультанты – это та же молодежь, которая также хочет открыть свой бизнес и черпает знания и тут же учит других, да? А насколько оправдано, что все-таки не какие-то мастера, лекторы консультируют, а именно вот сами ребята? Потому что они знают актуальность проблемы, какие проблемы сейчас есть среди молодежи. Потому что она сама тоже молодая предприниматель и знает, какие проблемы у нее было. И по этим вопросам она по всем ответит. Но в этом году мы провели тренинг, бизнес-тренинг.
на тему «Начни свой бизнес». Но там вели специальный бизнес-тренер Акбердиев Арман. Ну, известный, я думаю, тренер в Мангистауской области, тренер, который реализует проект «Бизнес-советник» Фонда развития предпринимательства «Дому». Много-много начинающих предпринимателей города и сел Мангистауской области действительно прошли через данного лектора. Но вернемся к центру. Вам год. Да. Результаты, так вкратце вы рассказали о них. Но есть ли какие-то истории, так называемые истории успеха? Это те птенцы, которых вы взрастили, скажем, они пришли к вам с вопросом, а что мне делать, и через несколько там, месяцев уже построили что-то такое свое. Да, конечно, было, и в будущем будет. Есть один такой предприниматель, молодой предприниматель Максим Иванов. Он, когда к нам пришел, вообще ничего не знал про бизнес, про предпринимательство, и у него вообще деньги даже не было, но он хотел заработать, начинать свой бизнес. И мы его консультировали, сказали, как нужно, какие документы. И через месяц он открыл свою кейтеринговую услугу. И сейчас активно работает в нашей области. Ну, об этом мы узнаем, когда Максим к нам присоединится, я думаю, в самое ближайшее время. А кто еще вот из похожих ситуаций? Ну, еще есть Хасан Жансая. Она тоже молодая девушка. Сейчас у нее есть свои бутики в ТРК, в разных ТРК в Мангистауской области. Она тоже вначале приходила к нам в офис и спрашивала, какие там... Она вообще очень молодая девушка и хотела реализовать свой какой-то бизнес. У нее были там маленькие сбережения и не знала, как их тратить. И мы проконсультировали, дали там нескольких идей, там, помогли ему. И сейчас она тоже работает в своем бизнесе. Открыл свой бутик там женской одежды и мужской одежды. Она все еще приходит, вот подобные ребята все еще приходят к вам, они еще участвуют в наших всех тренингах. Вот вы часто говорите, что вы проводили семинары, тренинги. А какие основные темы? Чему вы учите? В этом году, вот начиная свой бизнес на теме тренинга, мы учили молодых бизнесменов, как нужно управлять своим бизнесом, как нужно управлять работниками своими, какие там финансовые трудности будут, маркетинговые исследования, анализ, как нужно провести. В общем, структуру по бизнес-плану мы все провели там. А материальная база вот в плане теоретической базы? Откуда она у вас? Вы ее черпаете с каких-то сайтов или, может быть, какие-то учебные центры с вами делятся? Ну, мы уже вот, я сама вот 4-й год работаю в этом плане, и у нас есть свои базы. Свои наработки. Да, свои наработки. То есть, когда вы анализируете местный рынок, это реально прям ваши исследования собственные? Да. Ага, отлично. Ну а какие примерно семинары, с какой периодичностью проходили, к примеру, в том году или в общем за год вашего существования? За год мы провели 15 тренинг-семинаров, и в общем количество больше 500 человек в Мангистауской области обучались у нас в этих тренингах и получили сертификаты. И больше 100 человек у нас проконсультировались в центре, приходили. У нас есть еще преимущество, что мы даем консультацию в онлайн-режиме. У нас есть там, сидят консультант в онлайн-режиме. У нас, мы еще это скайп-конференция? Да. Прям скайп-конференция? Да, у нас подобное, сидит там. И еще там у нас есть страница в Фейсбуке, ВКонтакте, и сейчас доработается наш сайт. И в будущем хотим, чтобы наши вот будущие бизнесмены не тратили времени, что прийти там у нас или ждать там очередь, сразу в онлайн-режиме получили консультацию. То есть, сидя дома, открываешь ноутбук, заходишь на ваш сайт, как он, кстати, называется? Сайт сейчас реализуется jassar.kz. jassar.kz? Jassar. jassar.kz, да? Да. Ваш сайт. И в Фейсбуке есть, мы и ВКонтакте тоже есть. В любое время менеджер выходит с вами на связь и отвечает на ваши вопросы. Да. Ну, это супер сервис. Действительно, вы большие молодцы. А для наших телезрителей я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете звонить к нам в студию, задавать вопросы Улжана Блайхангаз, это руководитель проекта Центра поддержки молодых предпринимателей. Может быть, вам интересно, каким образом именно они доведут до ума вашу бизнес-идею, каким образом они вам помогут, действительно ли это возможно. В любом случае, звоните, делитесь с нами своими историями, вопросами. Мы обязательно будем ждать ваших звонков в студию.
Но мы продолжим уже. Прежде чем вы сегодня посетили нашу студию, я читала не одно ваше интервью. Вот за год существования я знаю, что, в принципе, вы мелькали в средствах массовой информации, да, очень часто. Да. Вы всегда пытаетесь донести о вашем приоритете. А насколько я понимаю, ваш приоритет – это именно сельская молодежь. Это есть хорошо. Потому что, ну, действительно, да, не будем скрывать, городская молодежь, они, может быть, даже не дойдут до вас, они откроют интернет, да. Им как-то проще. А сельская молодежь немного тяжелее. И раз это направление у вас в приоритете, что вы уже сделали за этот год? Для сельской местности? Для именно молодежи, которая проживает в сельской местности. Вот сейчас молодежная безработица очень актуальная тема. Среди них вот сельские местности. И мы вот провели тренинги в сельских местностях, во всех селах Магнитогорской области. Так прямо собрали всех молодежи и провели тренинги. И дальше мы с ними очень тесно работали, обзванывали, их приглашали нас, их к нам в офис. А также вот у нас вот проводятся разные конкурсы, мероприятия, и всех привлекали. А какой это тренинг? Тренинг «Начни свой бизнес». «Начни свой бизнес». Угу. То есть, насколько я понимаю, вы приезжаете в село, собираете всю молодежь, угу. Вы как-то с отделом образования, да, работаете? Да. И сами ваши консультанты объясняют студентам, что начать свой бизнес не так сложно. Да. Но а сколько было откликов? Именно вот сельских, сельской молодежи. Были те, кто реально приехали, может быть, в город или звонили вам? Да, конечно, были. Вот самые активные у нас вот в Карганском районе были самые активные участники. Mm-hmm. То есть они сами пришли, сами звонили, когда будет у вас тренинги, можно дополнительно участвовать. Или тоже еще раз вот организуйте в селах Шукур, в Сае. То есть молодежь сама хочет, да? Да, сама не хватает, хочет, да? Да. Тренингов подобных. Ну а есть какие-то такие тоже истории успеха, если мы говорим о молодежи, которая проживает в селах? Ну пока только начинается их продвижение. Угу. Ну у них уже есть бизнес-идеи, да? Да. Угу. Если мы говорим про бизнес-идеи, я знаю, что совсем недавно прошла ярмарка бизнес-идей. Насколько я понимаю, это была первая подобная ярмарка, да? И вы... дебютанты, так скажем, да, инновация такая новая. Расскажите поподробнее, когда она прошла и в чем цель вообще была? 18 октября у нас в городе Актау, в гостинице Актау, провели ярмарку бизнес-идей. Там участвовали 16 молодежи со своими бизнес-идеями. Им была дана возможность, 5 минут они показывали свою бизнес-идею и... получили консультанты, там сидели комиссия, специальная комиссия, дали им возможность и так ответить, как у них там были некоторые минусы, там плюсы были, преимущества. А кто был в комиссии? Комиссия была Айса Данияр, Тимур Бектур, Жаксу Шахзадаевна. Ну, то есть предприниматели, да? Все, да? Предприниматели, молодые предприниматели. И в этом конкурсе, в ярмарке, победительница была Ерманова Догдырхан. В Тупкарганском районе. Она хотела открыть свое ателье в Тупкарганском районе. Она уже начинала свой бизнес там, но хотела расширять там свой бизнес. И для стартапа ему было дано 100 тысяч тенге, и она сейчас реализует свой проект. Uh-huh. А кто финансировал приз? Союз строительства Казахстана. То есть это спонсоры, да? Да, спонсоры. Мы долго искали спонсоров, но только один вот компания помогла нам. Долго искали спонсоров, то есть вы обращались к какие-то крупные компании, вам отказывали? Да, у всех сейчас финансовые трудности. Угу. Крупные компании Мангистауской области? Да, крупные компании Мангистауской области отказывались, потому что у них были там финансовые трудности. И не могли выделить 100 тысяч? Ну, так можно сказать. Ну, печальная ситуация на самом деле, да, потому что кто как не сами предприниматели уже закоренелые будут поддерживать молодежь. Насколько я понимаю, у вас ограниченные финансовые средства, да? Да. Вы, то есть, не можете там проводить какие-то конкурсы с собственным призом, да, финансовым, да. Каким-то, стартапы и так далее. Но есть ли в планах привлечение довольно-таки серьезных партнеров, потому что те же предприниматели, начинающие, которые живут на селе, они же наверняка, у них много идей, да. Но, как вы говорите, основная проблема – это отсутствие денег, да? Да. В плане у вас есть какое-то взаимодействие?
с крупными предпринимателями. Да, мы хотим вот взаимодействовать вот Союз строительства Казахстана, совместно сделать грантовые проекты, чтобы дать там грантовые деньги, то есть участники будут участвовать со своими бизнес-планами, бизнес-идеями и самым тут важными идеями дать деньги грантовые для стартапа. Вы отслеживаете, насколько долгосрочная вот эта вот работа, в том плане, что, к примеру, начинающий предприниматель может обратиться к вам, открыть что-то, а через там 2-3 месяца бросить. Надоест человеку, да, это же не такое какое-то, не обрабатывающая промышленность, да. Он ничего не производит, да, в основном. Да. Вы отслеживаете как-то судьбу тех лиц, которые к вам пришли и получили у вас какую-то поддержку? Непременно. Мы каждый, вот, кто к нам зарегистрировался, мы постоянно обзваниваем, спрашиваем, как у них обстоят дела. Если там трудности, подскажем, какие там можно делать плюсы, там, как можно дальше продвигать, или какие там может участвовать в тренингах, или там у нас же сейчас много реализуются там грантовые проекты, и хотим, чтобы привлекать их именно. Вы говорили, что за один год через вас прошли 100 ребят, да? Да, это те, кто к вам обратились, да. Зарегистрировались. Ну, вы считаете, это как? Это среднее количество, или это мало, или для вас это нормально? Для нас это, в принципе, нормально, потому что молодежь только-только осознает, что нужно начинать свой бизнес, нужно делать свое дело, и нужно там продвигать страну, там экономику нужно учиться. И это, в принципе, нормально. 100 человек за год? Нормально. А как происходит, не скажу реклама вашего центра, но все равно вы же должны где-то объявлять молодежи о том, что существует такой центр? Через социальные сетях. Только социальные сети? Да. И там иногда вот мы делаем там брошюры, каждый раз делаем брошюры и еще плакаты делаем. И возмещаем там в учебных заведениях, чтобы участники там участвовали, студенты, молодежь участвовали в наших тренингах. Относительно самих тренингов тоже вопрос весьма спорный, да, потому что вы сказали, что проводят их ваши же консультанты. Считаете ли вы, что, возможно, если бы данные тренинги проводили все-таки лица уже с богатым опытом, квалификацией, возможно, результата было бы больше? Нет, в этом году у нас Акбердиев Арман был тренер, и результат есть уже. Некоторые участники написали свои бизнес-планы и хочет уже в следующем году реализовать свои проекты. А как вы взаимодействуете с предпринимателями Мангистауской области? Это же вот обмен опытом, это же тоже немаловажно. Взаимодействие с предпринимателями? Но вообще-то мы работаем совместно с фондом «Домой». Там, если у нас там будет какие-то вопросы там совместно, мы отправляем в фонд, чтобы там... Центр обслуживания, да, предпринимателей, да? Да, еще национальную палату. Мы продолжим этот разговор, Лжан, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос по поводу стартап-проектов с нулевым капиталом. То есть, насколько это возможно, куда обращаться? Или у вас есть какая-то бизнес-идея? Зовут меня Денис, я живу в городе Актау. Хотел бы узнать, как насчет стартап-проектов с нулевым капиталом? Ну, в принципе, ваш вопрос понятен, большое спасибо. Действительно, Денис, наверное, не один, кто проживает в городе Актау, у кого, я не сомневаюсь, есть шикарная идея какая-то, да, и капитал ноль. Это вот бич нашей молодежи, да, проблема, нет денег. В вашем случае, как вы помогаете таким предпринимателям? Я бы советовала вот Денису прийти к нам в офис и проконсультироваться через консультанта. Вообще-то для начинания бизнес-идеи, то есть своего бизнеса, деньги не очень актуальны. Если вот есть у человека талант, хочет открыть свой бизнес, и это очень актуально в нашем регионе, то без капитала можно открыть свой бизнес. Ну, как без капитала? Вы, получается, находите инвесторов?
Мы поможем им. Поможете найти инвестор. Поможете вначале написать бизнес-план, да, проанализировать можно, рынок. И можно взять кредитов, и для кредитов какие документы нужны. И непременно все вот банки спрашивают бизнес-план, и мы поможем в этом вопросе. Угу. Нет, ну для того, чтобы взять кредит, к примеру, в любом случае нужен либо залог. Но сейчас реализуется одна программа совместно с фондом «Домой». Некоторые вот банки, там Народные, Цесна, мне кажется, они совместно работают в этом проекте. То есть, если у человека есть свой бизнес, и он хочет начинать или стартап, то непременно, если у него будет бизнес-план, можно там дать деньги кредитом. Угу. Без залога? Да. Ну, я знаю, что фонд «Дому» делает гарантирование, да, гарантирование до 70%. Это тоже для начинающих предпринимателей вообще отличная возможность. То есть, если у вас не хватает залогового имущества, получается, что государство за вас ручается. Для Дениса, Улжан, по какому адресу подойти, ваш телефон данного центра? Мы находимся в 26-м микрорайоне, бизнес-центр «Отар», 203-й офис. Телефон наш работает... центра 57-19-22. Работаете вы? В будние дни. График работы? С понедельника до пятницы, с 9 до 6. С 9 до 6. Постоянно консультант кто-то в офисе, да? Отлично. Вы говорили, мы говорили с вами о ярмарке бизнес-идей. Хорошо. Раньше был стартап-проект «Атомикен», да, вы помните? Тоже были действительно хорошие финансовые... скажем, призы были, да, в денежном эквиваленте для того, чтобы молодые предприниматели могли реализовать свою идею, свой стартап. Последние 2 года данный конкурс не проводится. Есть ли у вас в планах проводить подобные конкурсы именно на базе своей площадки, на базе центра? Но... если будет финансирование, то мы тоже хотим вот каждый год, как традиционно, провести ярмарку бизнес-идеи. Угу. Ну, 100 тысяч для одного участника – это ведь мало. Да, очень мало. К примеру, вы потом отслеживаете, на что были эти деньги потрачены? Да, будем отслеживать. То есть документально они должны перед вами отчитываться, да? Далее я хочу поговорить про ваши семинары. Вы говорите, что это основная поддержка, да, основная помощь, это именно семинары. На семинарах постоянно одна и та же тема, да? То есть как начать свой бизнес. Допустим, для начинающего предпринимателя это будет интересно. Но вы же говорите, что вы поддерживаете всех молодых предпринимателей, и начинающих, и действующих. А вот для действующих предпринимателей у вас есть какой-то курс? Мы проводим мастер-классы, вот в этом месяце мы планируем провести мастер-класс с участием бизнесменов, настоящих бизнесменов, и обменяться опытом в этом мастер-классе. Угу. Пока кто это будет, вы не знаете, то есть это все в планах, да? Нет, знаем, но пока это секрет. А, хорошо. А, есть еще один телефонный звонок в студии. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, я Хасан Джансая. Мне помогли отчим вот расстарить сектира с продвижением бизнеса 8 месяцев назад. Угу. Ну, тогда, может быть, вы поделитесь, каким образом помог Центр поддержки молодых предпринимателей? Они давали мне консультацию, вот, 8 месяцев назад, хорошо дали консультацию, как взять кредит. Теперь хочу задать вопрос Абайханқызы Ужан. Конечно. Я слышала про онлайн-семинары. У вас есть такие семинары? Просто я хотела проводить семинары, сидя дома. Большое спасибо за вопрос. Очень актуальный вопрос. Да. Насколько это? Вот возможно. В этом месяце, то есть в месяце сентября мы организовали вебинар совместно с российским компанией Мирополис. И в будущем тоже хотим, вот если вот будет желающие, тоже совместно их всех собрать и потом сделать один такой вебинар
Ну, расскажите поподробнее, что такое вообще вебинар, вебинар и в чем это плюс именно российского вебинара, бы сказать. Вебинар – это онлайн-семинары, которые все там участники будут сидеть дома и в онлайн-режиме участвовать в этом семинаре. Преимущество российского вот, Мирополиса – они делают вебинары в вечернее время. То есть все будут свободны, и в этом… Вот тогда вот начинается вебинар. А вебинары какая? В сентябре была для маркетинга в продаже. И в будущем, если у нас будет собираться там молодежь и хочет участвовать, то непременно будем. То есть ведут вебинары. Его профессиональные лекторы, да? Да, профессиональные лекторы российские. Ага. Вы оплачиваете их услуги? Нет, это бесплатно для это нас. Это бесплатно. Вы нашли еще партнера, да? Замечательно. А мы рады поприветствовать в студии молодого предпринимателя Максима Иванова, который, к сожалению, запаздывал. Все-таки вы к нам присоединились. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы говорим о центре поддержки молодых предпринимателей. Насколько я понимаю, вы один из тех предпринимателей, да, который получил какую-то своего рода поддержку, да? Да, да, правильно. Ну, давайте тогда послушаем вашу историю, с чего все начиналось. А вам с самого начала? Конечно. Или... Ну, мы как бы хотели заняться, ну, устали работать на кого-то, и хотелось бы ни от кого не зависеть, и тому подобное. Обратились в ОТАР, Жастар Жигитер, да, по-моему, называется? Центр поддержки. Да, центр поддержки молодым предпринимателям. Они подсказали, как поступать, первые шаги, какие нужно делать. Мы как бы делали то, что они нам советовали. И у нас получалось, и в данный момент у нас имеется свое кадровое агентство. Помогаем людям найти работу. Ну, в принципе, это... Максим, какого рода поддержку вот вы получаете от центра? То есть просто консультацию какую-то? Да, консультацию. Возможно, знакомство с определенными людьми, которые также уже чего-то добились. И, вот, вот так, да. Это вот как заразительный пример, да? То есть в рамках центра, насколько я понимаю, все предприниматели консолидируются, общаются, да? Да. Расскажите подробнее о своей бизнес-идее. Открыть свое кадровое агентство. Пришла данная идея именно по приходу в центр или вы уже пришли с этой идеей? Честно говоря, у нас была идея совсем немножко другая. Это ресторан на выезд, но там не получилось. Решили насчет кадрового. Ну, нужны были большие вложения, которые у нас не было, так как мы начинали с нуля, то есть получается... С нуля, да. Инвесторов искать вы не хотели? Да, мы не хотели, ну и почему? Прежде всего никакой инвестор бы не согласился инвестировать, не зная нас. То есть как бы инвесторы готовы вкладываться в дело, которое 100% прокатит, да, грубо говоря. А мы как бы только на рынок. Бизнес-план, вы же расписываете рентабельность бизнеса, срок окупаемости и так далее. У вас был бизнес-план? Да. Имеется, да. Ну, и, к сожалению, не нашли таких инвесторов. Ну, искали, да? Да, конечно. А вы сказали, что вы начали свой бизнес с нуля, это кадровое агентство. Да. Неужели и в данном виде бизнеса вообще не нужны вложения? Нужны, конечно. Мы как бы не скажем, что прям все у нас уже, как сказать... Налажено? Да, все прям четко. Конечно, с каждым разом вводим новшества. Определенные. Вы продолжаете посещать центр поддержки предпринимателей? Уже не так часто, правда, уже нет такого времени, чтобы все, что посещать. Нужно, получили, да? Да. Все консультации? Да. Ну, конечно, мы звоним в этот центр, узнаем, они нам подсказывают и тому подобное. Вы также посещали все семинары? Не скажу, что прям все, но старались. Вы посещали. Да. Ну вот скажите, как совет от бывалого, да, вы там были. Насколько это оправдано, насколько это актуально, вот все эти семинары? Действительно ли черпаете очень много нового? Да. Помогает, хорошо помогает. Ну, к примеру, вот чему вы научились? Ну, к примеру, даже то же самое открыть ИП мы не знали, то есть... С чего начать, где, кому обратиться. То есть центр поддержки, они также, повторюсь, пошагово объясняли, как, что делать. И то есть там сходить в налоговую, сходить на курсы каких-нибудь бухгалтеров или еще что-нибудь. Ну, да, они помогают, хорошо помогают в этом плане. Максим, сколько вам лет? Мне 22. Да. Вы сказали, что вы
Не захотели работать на кого-то? Да. Это было год назад, насколько я понимаю, 21, да? Да. Сегодня вы не жалеете об этом? Нет, нет, не жалеем. Что бы вы сказали таким же ребятам, как и вы? А, ну, конечно, боятся? Да, конечно, всегда есть проблемы. Мы не говорим, что у нас с самого начала было все гладко шло. То есть были какие-то барьеры, которые, ну, все равно это, как объяснить вам? Того стоит? Того стоит, да. То есть нету такого начальника, который сверху скажет, не то сделай, еще что-то. То есть априори вам не нравилась работа только потому, что сверху был начальник? Да. Только из-за этого? Да. А теперь вы работаете наверняка в два раза больше? Да. В два раза дольше ваш рабочий день, да, нежели когда вы работали на кого-то, но вам это по душе? Да. Ну, а так коротко о ваших планах. Вы наверняка не хотите останавливаться на этом? Да, конечно, хотелось бы... Наверное, в будущем выйти не только в Мангистауской области, уже на Казахстан перейти. Какие предприимчивые молодые люди сегодня у нас. А вы вышли уже на окупаемость какую-то? Да. На чистую прибыль? Ну, да. Ну, вы можете говорить о цифрах, если это не секрет? Нет, я не могу говорить о цифрах. Ну, в общем, на жизнь хватает, насколько я понимаю. Да, хватает. Да? Ага, отлично. Улжан. Как у вас происходит взаимодействие вот таких успешных историй, скажем, да, как Максим, который пришел к вам когда-то с просто идеей, сегодня уже отлично зарабатывает, как он говорит, и тех, кто только-только стремится к этому? Вы как-то собираете их вместе? Вот, планируем в этом месяце вот мастер-класс совместно вот с участием наших предпринимательства, бизнесменов, совместно с ними сделать мастер-класс. Ну, вообще, когда мы говорим о центре поддержки предпринимателей, да, все равно это немножко узкое направление, не так ли? Вы просто консультируете. К примеру, в той же, ну, не скажем, финансовой столице, да, Алматы, в Астане, в нашей столице, существует давным-давно ассоциация молодых предпринимателей, клубы молодых предпринимателей, да, да, которые помогают более реально. То есть... Если бы Максим пришел туда, ему бы в два счета нашли инвестора, потому что у них есть своя собственная база, они зарекомендовали себя, у них есть свой членский взнос. Конечно, другое взаимодействие с государственными структурами, теми же региональными палатами предпринимателей, да? И, конечно же, другой результат. Самое главное, ведь мы все работаем на результат. Улжан, поэтому у вас, как у руководителя данного проекта, есть ли... в мыслях все-таки реорганизоваться в более мощную структуру? Да, мы хотим вот в следующем году или в будущем открыть ассоциацию «Клуб молодых предпринимателей». Клуб молодых, да, предпринимателей. Ну, чем он будет отличаться от центра? Ну, там не, будет не только там специальные вот, бизнесмены или там предприниматели, там будет вся молодежь, мы обхватим вся молодежь, там будем обучать. Там мы не будем им ставить задачу, вот ты вот обучался у нас, и ты начинай. Они, у них всех есть права, там, хочет обучаться или не хочет. Просто мы хотим дать всем возможность узнать, угу, что такое бизнес, как нужно начинать. И всем там молодежи Мангистауской области хотим сказать, как нужно начинать свой бизнес. Угу. И не только сидеть, вот государство нам должно, мы сами должны государству, угу, сказать это. Отойти от еждивенческой позиции, да, я с вами полностью согласна. Да. А у нас есть звонок очередной в студию. Добрый вечер. Пожалуйста, алло, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Я хотела узнать, сейчас есть или знаете молодые предприниматели, которые занимаются инновационными проектами, или есть какие-нибудь поддержки для молодых? Угу. Большое спасибо за вопрос. Очень актуальный вопрос, инновационные проекты. Вот у нас в ярмарке бизнес-идеи были очень много инновационные проекты. Ну, идеи. К примеру, какие? Ну, вот интересно. Одна девушка хотела открыть планетарию. Планетарий в нашем городе. В нашем городе вообще нету планетарии. В Казахстане только один, в Алмате есть планетарий. И она хотела открыть планетарий. Но для этого очень нужно много инвестиций. И, впрочем, еще один там мужчина был, Инар.
Абилдаев Инар, он хотел сделать там воздушные шары, лететь в воздушном шаре. В нашем области тоже нету таких. И там очень было много инновационных проектов, и мы им все там сидели комиссии, и они подсказывали, как нужно им дальше продвигаться, как нужно там делать. И они там получили свои ответы. И им тоже дано была возможность участвовать на мастер-классе. Дали сертификаты специальные, чтобы они участвовали в этом мастер-классе. Ну, отлично, когда у молодежи вообще есть, да, стремление к какой-то инновации, да. Все мы помним, когда, по-моему, весной этого года семипалатинские школьники, вы слышали, наверное, эту новость, изобрели новый асфальт. Там карагандинский асфальт, который срок эксплуатации которого достигает 20 лет. Там карагандинские школьники придумывают на постоянных инновационных выставках каких-то новых роботов, которые могут заменить официантов и так далее. Вот в Мангистауской области, на мой взгляд, не хватает каких-то подобного рода инновационных выставок, да? Да. Или, может быть, площадок, которые могли бы соединить таких ребят с такими идеями. У вас есть в плане именно с инновациями работать, а не с теми, кто хочет работать в режиме купи-продай? Да, вот в рамках вот ассоциации молодых предпринимателей мы бы хотели вот инновацию делать, всех вот инновационных бизнес-идей, бизнес-планов собрать и совместно доделать это все. Найти инвестирование. Да, инвестировать. Да, в большей степени. До окончания программы, к сожалению, осталось не так много времени, поэтому давайте подведем итоги. Центру поддержки молодых предпринимателей 1 год. Хороший такой юбилей, скажем, о результатах говорить крупномасштабных еще рано, но все же, подводя итоги, что бы вы могли сказать о прошедшем годе вашей работы и поделиться какими-то супер идеями на следующий год, также обратиться, может быть, к нашим телезрителям, в каком вопросе они могут звонить вам, по какому адресу они подойдут и на каком сайте они могут увидеть онлайн ваших консультантов. Вот, если скажем, вот в год примерно открывается, если вот примерно скажем в 100 бизнесов, то в конце этого года закрывается 85%, потому что вот начинающие бизнесмены не знают, какие у них будут там риски или минусы. Они думают, что если открыть бизнес, то там все вложено. Они будут делать там, зарабатывать, будут сидеть дома, но не так уж это просто. Поэтому хочу всем жители Мангистауской области, чтобы они обращались к нам и просто не так просто сидели дома, и просто они хотели бы, они вот работали на свои деньги, на себя работали. Мы находимся вот в 26-м микрорайоне, бизнес-центр УТАР, 203-й офис. И в прошлом году, вот у нас почти год уже, мы почти 500 человек обучали на тренинге, семинаре, почти 100 человек у нас проконсультировались, и это очень хороший результат для нас. Год. И в следующем году тоже хотим обширно работать со всеми сельскими местностями. Большое спасибо, Улжан. Максим, к сожалению, вы не были с нами изначально. Да, я извиняюсь. С первой минуты программы. Но все же, мне интересно, что вы почерпнули, на ваш взгляд, самого главного из общения с консультантами Центра молодых предпринимателей, насколько нужно таким же ребятам, как и вы, прийти, насколько это актуально, и такие небольшие, может быть, вдохновляющие советы для тех же ребят, таких же, как вы. Ну все, в принципе, я вас понял. Ну, знаете, этот центр, он как бы поддержка для будущих начинающих предпринимателей, то есть к ним можно будет в любое время позвонить, консультируют они, то есть, возможно, в любое время, да, еще раз повторюсь. Так, ну, что еще, я даже не знаю сказать. Что вы самого главного почерпнули? Я даже не знаю, ну, что там? Ну, нужно туда идти или да, нет? Да, туда просто идти нужно, да. Всем советую будущее. Нужно да. ли заниматься собственным делом? Это по-любому. Это по-любому нужно? По-любому нужно. В чем преимущество того, что ты не работаешь на кого-то? Преимущество?
Одни преимущества, там нету минусов, по-моему. Нет минусов. Да, есть люди, которые говорят, зачем это надо, лучше буду где-то работать, зарабатывать и все. Но дело в том, когда люди будут стареть, они будут стареть, и как бы получается, кому нужны старые люди на работе? А для этого и нужно открывать. Я желаю процветания этому центру вам, да, получается, чтобы вы также всем помогали в будущем. Ну все, в принципе. Хорошо, не волнуйтесь. Для наших телезрителей, для всех, кто дозвонился сегодня к нам в студию, большое спасибо за ваши вопросы, за ваши звонки. Напомню, что сегодня мы говорили о Центре поддержки молодых предпринимателей, так как им исполнился год. Сегодня мы хотели подвести итоги их работы за текущий год, определились с их планами на будущий год и выслушали их, в принципе, амбициозные проекты, которые они хотят запустить. Мы желаем вам удачи, надеемся, все будет именно так, потому что в этом нелегком деле, в консалтинге, да, в работе с начинающими молодыми предпринимателями, дело, которым вы занимаетесь, безусловно, благородное. Вы энтузиасты, и вы делаете все правильно. Мы желаем вам успехов, успехов в работе, успехов в вашем бизнесе, повышение чистой прибыли. И, конечно же, желаем нашим телезрителям удачи, здоровья. Оставайтесь с нами на телеканале «Казахстан Актау». Это была программа «Денежный вопрос».